Друзья, привет! Это с Колорадо, все я. В тех же местах. Один из подписчиков, может, не подписчик, не знаю. Если подписчик, то привет, не подписчик, тоже привет. В общем, попросили меня рассказать о каких-то личных переживаниях моих здесь. Сейчас уже точно я не помню вопрос, как звучал, но что-то такое связанное, расскажи о своих личностных переживаниях, о жизни в Америке. Но жизнь в Америке я и так рассказываю, я такая немножко эгоистичная, поэтому я в основном все про себя рассказываю, ну и как бы жизнь в Америке туда приписываю, да. Но что касается переживаний, собственно, такое, ну, надеюсь, не будет очень оно таким эмоциональным слишком видео, но, конечно, когда ты живешь в другой стране, да, конечно, это не то же самое, как жить в своей стране. Мне кажется, я уже в каких-то видео об этом говорила. Одно дело, когда с тобой что-то случается, когда ты у себя дома, у тебя есть какие-то друзья, какие-то родители, когда ты можешь даже позвонить кому-то, да, ты в том же часовом поясе, а когда у тебя 9 часов разница, ты живешь через океан, конечно, твои, мне кажется, вот эти связи, они как-то теряются, да, ну не то, что даже теряются, мы вроде вот сейчас социальные сети, есть и столько всего, но все равно отношения ты уже так не поддерживаешь, да, я, даже если ты с людьми общаешься по интернету, я там не знаю, еще как-то, все равно это не то же самое, как живое общение, например, да, и, конечно, чем больше я здесь живу, тем больше я понимаю, осознаю, что... Ну, как бы я как будто теряю этих людей, да, вроде они у меня там в друзьях где-то есть в каких-то социальных сетях, мне так подумаю, ой, я уже там год с этим человеком не разговаривала, или он там со мной не разговаривал, да, я даже не знаю, что там в его жизни происходит, и вот, наверное, вот это, да, вот когда ты вот именно понимаешь это, когда до тебя это доходит, до твоего мозга, вот это на самом деле тяжело, ну, по крайней мере, для меня, может, у кого-то по-другому, но, опять же, пока ты об этом не думаешь, вроде нормально, да, но как ты только начинаешь об этом думать, тогда становится немножко так тяжеловато. А вот это вот, да, личностное такое переживание моей жизни в Америке, я понимаю, что я просто теряю связь с людьми, и хочу я того, не хочу, но как бы да. А это первое, да, наверное, самое такое основное, более то, с чем я наиболее часто, да, встречаюсь, ну, просто как бы, не знаю, об этом проще думать, наверное, да, и, в общем, ну, как-то... осознавать это, что ли, проще, не знаю, опять хотят, что же меня сегодня хотят подрезать. В общем, ругнулась я в предыдущем видео, не буду, я не хочу перезаписывать, вырежу, если не вырежу, то, ну, ладно, пусть там будет, да, наверное, вырежу. Короче, в общем, я ругнулась, я вырежу, я вырезала уже, точнее, вы смотрите, я для вас уже все вырезала. В общем, вот эта вот женщина на стареньком доджике решила меня подрезать, причем она была очень-очень далеко за мной, и она решила вперед проехать, но, я не знаю, может, надеялась, что я в нее въеду, и я буду ей платить за страховочку, но нет. А, короче, да, вот, ну, вот первое вот это вот, то, что я теряю связь со своими друзьями, родственниками, я это осознаю, и мне вот это, наверное, такое мое личностное переживание. Это номер один. Номер два — это, конечно, когда что-то в жизни твоих людей происходит, близких, да, и ты как бы, ты это осознаешь. Я вот хотела сейчас, думаю, подрезать обратно, не подрезать, ну ладно, не буду. А ты как бы понимаешь, что они тебе, что ты им нужна там, да, сейчас в России, в Москве, еще где-то, а тебя рядом нету, да, и со временем они просто перестают с тобой делиться своими переживаниями, да. Сейчас я буду медленно ехать специально, чтобы ее побесить чуть-чуть. Я прям меня так разозлил, тетя. В общем, я очень это не могу сосредоточиться. А, короче, вот это, да, короче. Второе, да, когда я понимаю, что моим близким я нужна там, сейчас в России, у меня в прошлом году мама была в больнице, и... а я была здесь, да, вот это было абсолютно-абсолютно ужасное чувство, когда я понимаю, что я ей нужна там, а я вот сейчас здесь нахожусь, и я ничего с этим поделать не могу. Конечно, я могу уволиться с работы, полететь, приехать, у меня не будет денег, да, что мне проще всего сделать, мне проще ей денег послать, но я понимаю, что деньги, ну, во-первых, много я послать все равно не могу, да, я там озолотить ее я не могу, я понимаю, что важнее вот эти вот, ну да, человеческие отношения, которые между вами есть, а не какие-то там деньги послать, и вот это, наверное, точно, вот это было очень тяжело для меня, да, такое личностное переживание, что я даже с самыми-самыми близкими людьми, все равно мы вот, да, вот из расстояния, мы настолько вот далеко друг от друга находимся, я не могу быть для них там, когда я им нужна. Другое,
наверное, такое личное содержание, когда у меня умерла бабушка, и мы еще жили в Кентукки, и я тоже не смогла приехать на ее похороны. Это было абсолютно ужасное чувство, что я не могу приехать, и вот это было очень тяжело, да? Но в основном все мои переживания связаны с тем, что я теряю связь с людьми, связаны с тем, что мне кажется, что я начинаю терять своих друзей, что нас уже, да, но как бы все равно, когда мы не вместе, когда мы вместе не проводим время, что наши отношения это, ну, это не то же самое, да, чем как если вы будете... А, я только что свой поворот пропустила, представляете? Ну ладно. А, вот это вот очень тяжело, да. А, что еще? Ну, наверное, все мои переживания в основном связаны с этим. И, наверное, другое, может быть, еще за что я переживаю, это когда мне самой нужна чья-то поддержка, да, а мне с этим даже поделиться не с кем, потому что все мои друзья, солнышко как светит, я там, все мои друзья живут там в России, да, у нас 9 часов разница, я живу в абсолютно другой среде, может быть, каких-то там моих переживаний они не поймут, и мне порой бывает не с кем поделиться, да, мне что-то там тревожит, я за что-то переживаю, мне нужен чей-то совет, а мне его не от кого получить, да, я все равно не все там рассказываю мужу, да, не всем я могу поделиться с мужем, со своим, то есть вот такие вот моменты, да, и ты чувствуешь, что ты один, да, конечно, тут есть какие-то друзья, товарищи, я не знаю, знакомые, но я не чувствую, да, что я вот могу там с ними поделиться чем-то, да, ну, тем, чем я, может быть, хотела бы, да, тем, о чем мне нужен совет, я там, может, где-то им не доверяю и так далее. Вот это вот тяжело, и ты понимаешь, что ты вроде как бы, вроде у тебя все есть, да, вроде ты как-то и жизнь тьфу-тьфу-тьфу моя очень хорошо складывается, но, с другой стороны, мне бывают, конечно, такие моменты, что я чувствую, что я одна, и у меня вроде как бы, да, и то, чего мне нужно порой получить, да, я не получаю. Ну, в общем, как-то так. Вот это, на самом деле, мои самые основные переживания. Я не беру в счет сейчас там деньги какие-то, да, работы. Это, конечно, везде у всех бывает, но мне кажется, это почти везде одинаково, в какой бы вы там стране ни были. Что вы в России, что вы в Америке, все равно вот такие вот базовые, да, бытовые проблемы одни и те же. Но вот мои все главные переживания связаны с тем, что у меня там каких-то мне там контактов, да, не хватает, друзей моих мне не хватает моих родственников, моих близких людей, и что я понимаю, что я теряю эти связи. В общем, я надеюсь, что я ответила на вопрос, который мне, да, который мне задали, и что-то я тут это, блин, я не смогу сейчас перестроиться опять. В общем, надеюсь, что я ответила на вопрос. Так что вот так, сейчас кружочков тут сейчас наделаю, поворотик пропустила. В общем, вот, если не ответила, то задавайте, пожалуйста, его еще раз. Я его еще раз прочитаю и постараюсь как-нибудь это получше сформулировать свой ответ. Вот, надеюсь, что все, хорошее настроение, отличный день. До встречи в новых видео. Пока-пока.